Итак, друзья, всем привет! И у нас обзор очередной лодки. Лодка большая. Две пары краспиц. Сейчас мы пройдем по низу, посмотрим. И будем подниматься наверх. Так, вот тут кранцы висят, лежат. Так, в комплекте с лодкой будет идти динги, но мотора нету. Вот так. Перо руля. Такое массивное. Ух. Большой, огромный винт. Бронзовый. Прямой вал. Все тут заформовано. Так. Раскачу еще тут по этой стороне. Цинки стоят, кинстончики. Ну, все в таком, в нормальном состоянии. Так. Якорь. Килограмм на 25. Это дельта. На 20. Левмаровский якорь на 20 килограмм. Ну и цепь. Ну, цепь десятка. Цепь десятки. Не знаю, сколько там в ящике, но цепь не новая, но еще походит. Пока я монтировал это видео, за лодку уже внесли аванс. Так что лодка больше не продается. Да, сейчас лодки разлетаются, как горячие пирожки. Ну и цена была очень привлекательная на такую большую лодку. Бенету 43 фута все-таки. Даже есть этот знак стоянки на якорь. Кто его еще цепляет? Итак, друзья, поднялись мы на палубу этой большой лодки. А в кокпите искусственный тик постеленный, а на полу натуральный тик идет. Здесь, смотрите, на купальная платформа. Да, купальная платформе раз рундук. Давай, держи. Да, ну такой глубокий там, нормальный. Ну, такой, да. Там можно всяких ласт, масок напихать там, ну всего можно. Рыбу туда можно солить. Прям туда. Такой спасательный круг. С этой стороны еще один такой же рундук. Да. С этой стороны душик. Да, кормовой душ. Ходовой огонь кормовой. Так. Да, посредине вот тут платформа, да, получается? Да, посредине у нас этот... посредине у нас лестница выкидывается. Но мы ее, короче, не будем выкидывать, потому что это... мы сами потом не слезем. Да, поэтому... вот так. Поверьте, она есть. Так. Идем в кокпит. Кокпите, широкий кокпит такой, да, в кокпите очень. Места хватает. Большой стол тиковый. Вот с двух половинок. Ну, как бы стол не новый, но в хорошем состоянии. Тут, конечно, можно чуть-чуть. Можно полачить, да. Подлачить, да. Можно, ну, как этот... угодно. В принципе, вот эти столы, их никогда не лачат, потому что они постоянно на этом, под на дождем, солнце, там, да. На солнце, да, то есть... большой штурвал. Здесь из приборов Windex. Тут комбинированный прибор. И скорость ветра, и направление ветра. Ну и здесь скорость, глубина. То есть тоже комбинированный прибор. В этой лодке новый автопилот. Компас, да. Он даже в коробке. Так, компас. Ну, компас такой, да, даже не мутный, нормальный. Конечно, накрыть бы чем-то было бы лучше. Так, это спасательный круг отправляем сюда. Так, поехали дальше. Что у нас еще в кокпите? В кокпите у нас... ну, вот с этой стороны, видишь, тут приборная панелька. Это панель управления двигателем. Так, это у нас Перкинс. Двигатель Перкинс. Так. Ну,
553 у нас часа. Сразу отмечу, двигатель у нас после капиталки. В Италии делали капиталку, вернули его сюда. Так, поехали дальше. Сейчас пооткрываем банки в кокпите. Вот. Давай сюда. Тут у нас сектор, ну то есть такие технические люки. Ну сюда тоже можно всего много напихать. Глубокие, да. Управление рулевое, штурм-трос. Штурм-трос. Так, за автопилот я сказал, что автопилот он есть, он в коробочке, новый. То есть только надо установить его и все. Так. Угу. Здесь у нас база. Ой, глянь, тут несколько баллонов поместится. Да, тут два. Тут можно поставить очень большой баллон. Если обычный там на 6 литров, тут можно литров на 20 впихнуть легко. Да. И два баллона, и забыл, что надо их заправлять. Так, идем дальше. Так, поднимаем следующий рундук. О-о-о. Вот, огромный. Кстати, они, да. Два баллона. Тут какие-то помпы, ну, не знаю, что это тут. Огромный рундук. Ну да, тут можно запихнуть всего-всего, много, да. То есть, не будет вопросов, куда кран сложить. Угу. Да не только. Так, открываем. Еще здесь. Угу. Тоже такой же. Симметричный. Симметричный рундук. Да. Так, тут он какой-то чехол старенький лежит. Так, смотрим дальше. Как я уже сказал, искусственный тик. Ну, как бы в хорошем состоянии, ни трещин, ничего нету. Нормально. Так, все управление выведено у нас парусами, выведено в кокпит. На мачте только одна лебедка у нас маленькая. Так, лебедки. Управление переднего паруса. Левмар 52. Аналогично с той стороны. Такая же самая. Так, закрутка выведена, проведена по левому борту. Вот она. А, вот забыл сказать, это у нас помпа трюмная, аварийная. Вот так. Тут сделан подкормовой якорь. Такая мощная арочка для солнечных мощная панелей. Мощная арочка, да. Две панельки у нас. Ну, навскидку, где-то у нас панели где-то 100-120 ватт. Спрейхуд в хорошем состоянии находится. Также есть бимини. Биминька внутри, она новая, абсолютно новая. Окна, стекла, как так назвать их, они не мутные, их только надо протереть, да. Так, по поводу стопоров, у нас по 4 стопора с каждой стороны управления главным парусом. Так, и нарубки у нас для мейнсейла 40-е лебедки Левмар. Так, тут же расположились воздухозаборники. Ну так, ну пошла вся проводка. Веревки все новые. Да. Обращу внимание, что веревки состояние новых. Все поменено. Все полностью проводки, все новое. Так, и побежали по палубе. Так. Такие вот погоны. Генуи. Погон Гикашкота. Нарубки. В кокпите отлично, он не мешает, все выведено. Так, оттяжка. Вот воздухозаборники на гальюны. Так, обратите внимание, парус мейнсейл у нас
он скручивается, но скручивается не в мачту. То есть идет вот такой вот, вот такая вот скрутка. Это очень удобно и очень практично. Потому что часто за счет того, что мачта полая, многие говорят, что за счет этого конструкция не такая прочная. Вот, пожалуйста, конструктивное решение. 87-й год. Вот так вот. Вот такая вот инженерная идея. Ну, все как бы тут нормально. Все крутится, вертится. Парус доставать не буду, потому что ветрено. И лодка на кильблоках. Это очень опасно. Так, едем дальше. Точнее, идем. Вот так. Ну, как бы пространство для работы отличное. Еще установлена одна лебедка на мачте. Вот такая вот. Двухскоростная. 28 усилия. Также стопора. Все как бы выведено. Здесь система рифов. Ну, все просто. Рифится. Вот интересное решение. Хотя, как рифится, если у нас парус скручивается? Гоню, короче. Встал. Скрутил парус в мачту сколько надо, вот тебе и зарифился. Да, устал. Работа. Да. Так, вот здесь, смотрите, какой прикол есть. Для более светлого салона здесь установлены вот такие вот окна фибергласс. Вот. И там у нас шторки, все это покажем. Прикольно. Ну, снимать не будем, как бы это все дело. Снутри все увидите. Салону это придаст намного больше света. Вот так. Идем дальше. Так. Вот этот у нас тут передний парус. Состояние. Конечно, его надо по-хорошему вытащить. Все про этот самый разложить. Ну, неплохое. Он не новый, но можно вот посмотреть даже по швам, как бы, ну, нитки. Вот, оно все свеженькое, все целое, да. Он в чехольчике лежит. Такая мощная закрутка. Два ликпаза. Вот. Крутится хорошо. Так. Откроем якорный ящик. Огромный ящик. Огромный. Сюда вообще не проблема вот эту всю цепь уложить. Я не знаю, сколько там метров 50. Ну, да. Ну, 100 метров влезет. Так, вот она лебедочка электрическая. Управление электролебедкой. Ну, все в работоспособном состоянии. Так, ну да, сами видите, какой ящик. Открываем. Но это не каюта. Это парусная гардеробная. Кладовая. Забыл, как называется. Не гардеробная. А парусная кладовая это. Или отсек форпик для называется. Вот, это форпик. Сейчас я даже посмотрю. Залезу сюда. В этот форпик. Где ты слов таких нахватался, а? Мы в теме. Вот такой вот форпик. Тут вот даже спереди что-то можно положить. Управление лебедкой. Ну, тут как бы заборы, это вода. И это вода. Все есть. Все выведено. Свет. Ну, сейчас не подключено. Ну, парусов сюда много влезет. Полочки. То есть сюда. А? Сколько парусов влезет? Там много. Почти в твой рост. Ну. Почти с тебя. Это два люка. Каюты. Уходят они. Так, ну а сейчас вы увидите все внутри. Так, что хочется сказать. Так, тут еще вот такой дополнительный штах. Ну, я считаю, он не будет мешать при перекидке. Нормально. Так, тут вентиляция закрыта.
состояние корпус хороший, удовлетворительно. И корпус тоже. Да, корпус не зашарпанный, трещин, сколов нету. Ну, помыть его как бы надо. Такое. В хорошем состоянии. Вот тут поручни. Все есть. Хорошая вот. Так, ну вот очень интересная конструкция паруса. Слаживание мейнсейла. Скручивается. Конечно, да, классический парус, он лучше за счет того, что латы форму держит, но это удобно. Сложил, ну, не да. Надо эти 4 веревки, рифы заводить там этот. Надо там подрифиться, скрутил его, все. Окей. Все. Ну, кому что нравится. Так, итак, ребята, опускаемся в лодку. Попадаем в такой просторнейший салон. Да. Это, конечно, размер уже, да. Тут уже, конечно, да, не поспоришь. Ну, дом. Как бы, да, дом. Ну, что тут мерить? Ну, 2 метра, наверное. Ну, хорошая, да. Большая, просторная. Так, с чего начинаем? Начинаем... С главного. С главного. Стол, кают-компания. Бар. Барли. Ну, тут все выпили. Тут все выпили, как бы... Сразу говорю, подарков не будет. Под подушками... За спинками тоже там рундуки. Ну, как бы туда залазить. Ну, можем, да, показать. Да, есть, есть. Тут тоже есть рундуки. Там техническое помещение. Здесь рундук. В основном, да, мы когда ходили на Баварии, мы хранили вот тут продукты в основном. Ну, капуста испортилась, капуста, правда. Испортилась, ну, да. Ничего, это такое дело. Так, ну раз уже по этой стороне, давай по этой стороне идти. Вот такой вот штурманский стол. Сейчас я сниму с этого, с фиксатора. Вот такой штурманский стол. Ну, как бы нормально, ну, как бы сел. Какая разница, передом, задом, по ходу, против входа сидеть нормально. Читаемо. Вот этот рация есть, VHF, какая-то древняя музыка, колоночки какие-то. С кассетами даже. Да, наверное, кассеты. Да? Этот самый. Ну, все тут подписано, как бы приборная панель не новая, как бы, ну, все работает. Все понятно, да? Да, все понятно. А, ну и хочу обратить внимание, это этот старый прибор глубина. Ну, это, конечно, такая шайтан-машина. Тут оно все крутится. Я с таким сталкивался, да, он там пищит. Но он и потребляет много. Ну, это он уже не работает, просто он как интерьер тут висит. Этот, там есть уже все приборы, все новое. Так, ну, как стандартно, тут давление, этот барометр, вот это, а это влажность. Влажность. А это крен, скорее всего, да, крен. Да, еще какие-то приборы. Так, что хочется сказать. Ну, лодка не видно, что в ней течет. Что она протекает. Да, визуально она, да, сухая. Визуально она сухая. А, так, сразу хочу сказать, что она не идеальная. Не идеальная. Есть там какие-то потертости, как бы. То есть, ну, тут минимальные надо приложить усилия, и она заблестит. То есть снять лак, нанести новый. Новый, как, ну, бы. Да. Да, ну не этот. Вот эти места, как бы, есть там. Лестница нормально, лестница ремонтировалась. Так. Вот так, дальше идем по левому борту. Камбуз. Тут он такие вот шкафы. Обращу внимание, газ перекрывается. Стоит этот вентиль на газу. То есть еще какой-то приготовил паёльчик вниз. Да, укрыл, закрыл. А, это бак. Это бак. Сверху. Просто
здесь люк открывается, а здесь вот такая штора. Ну, водяной, значит. На кнопочках. А здесь окно, вот эта цельная конструкция, оно здесь идет вот такой, такая система. Деревянные такие эти ставинки. Так. Водяной тан, да. Ну, поехали дальше. Печка. Печка новая. Даже он в этой. Пленочки. Пленочки, да. Ну, то есть, как бы вот лодку, этот, лодку восстанавливали. Ну и вот в таком состоянии сейчас ее продают. Вот печка новье. Техникс. Так, дальше полочки. Здесь вот это вот получается это подволок. Потолок. Да, потолок. Ну, мы тут трогать сильно не будем, пройдемся, просто покажем. Здесь два интерьер. Шкафчика, здесь аналогично, а здесь... Два внизу да. Раздвигаются. А внизу здесь такая покажу, полка, там да. Тоже можно все, все. Ну, просто там окошко идет и... Угу. Вот так. Раковина новая, кран новый. Да. Это плитка, я даже, скорее всего, как гранитовая, гранитная какая-то, потому что она очень тяжелая. Очень. Да, тоже разделена на зоны тут. С элементами блеска. Для посуды ящики. Приборы. Тут нужны. Это секрет. Секрет фирмы. Так, ну тут тоже, тут в основном... Технический отсек. Так, вот он холодильник. Холодильник огроменный просто. Он большой, да. Да. И вот посмотрите, плитка это какая. Элемент. Ну да, толщина плитки. Сантиметр. Да. Гранит. Это, наверное, скорее всего, гранит, да, потому что он тяжелый. Угу. Ну да, холодильник большой. Компрессор на холодильник новый. Компрессор новый. Так. Ну и здесь но... тоже. Тоже вот такие небольшие шкафчики. Да. То есть лодка, ну, как бы, инструмента это... тут нету, правда? Это что такое? Вода? Да. Так, и идем дальше по левому борту. Это гальюн. Хочу отметить, что на лодке всего лишь два гальюна. Гальюны, получается, у нас расположены в передней части между салоном и носовыми каютами. Такие мощные двери. Да, двери. Тут... Отметим то, что внутри все пластик, то есть не будет влага набираться по высоте, как бы, ну, метр. Метр. Пять окно меряешь. Это 1,90 м почти. Mm. Ну, 1,85 м точно. Нет, толщина двери. Да. Ну, нормально. Тут откачка. Деревянная сеточка стоит тиковая. Да, тоже хорошо. Да. Унитаз. Система Джабско. Ручная. Так. Тут тоже всякие полочки есть. Тут полочки, тут полочки. Даже, конечно, надо бы подклеить это все дело, но это все делается. Единственное, что напрягает немножко, вот это вот крепление вант. Ну и можно туда добавить. Кстати, очень удобно туда будет прицепить какие-то органайзеры для мыла, там для шампуней, вот так. По кругу, да. Да. Раз покрутил, так, сегодня этим мылом буду мыть чик-чик-чик. Ну, кстати, очень даже, рулетка, да. Да. Казино-рулетка. И вот аналогичный санузел с этой стороны. Все точно такое же. Да. То же самое. Чтобы никому не было обидно, все такое же одинаково. Опять же полочки. Угу. А, кстати, хочу отметить, что подволок здесь перешитый. Угу.
новый. Да, подвод новый. Свет. Современные такие светильнички уже. Ну и здесь тоже. Вот такие вот шкафчики. Угу. Так, ну давайте начнем по носовым каютам. Проходи. В носовых каютах высота потолков под 1,90 м. Ну тут плюс-минус одинаковая, да. Да. Так, ну отметим, что ну сухо, не видно попадания воды. А вот такая каюта, вот такая вот кровать, хорошо, жесткий поролон такой, да. Там под низом в любом случае там всякие технические там отверстия, эти самые. Вот такие трундуки там можно сложить там. Но хочу сказать, что с чемоданом на лодку не приезжайте. Чемодан проблематично запихнуть, да. Там, скорее всего, под низом баки у нас. Потому что там идут заливные горловины, здесь, скорее всего, баки. Так, ну давайте я залезу, прилягу, как в носовой каюте, потестим, как в кормовой каюте. Вот. С моим ростом, ну, как бы под 2 метра человек ляжет. Еще на бочок. Ну да, ну реально тут больше 2. Ну 2 метра нормально ляжет. Здесь идет зеркало. Ага. Шкаф такой бездонный. Да. Ну, можно, конечно, подсветить, но я думаю, что. Да. Принцип понятен. И самое интересное, что такое здесь. Вот такое решение, да. Я, конечно, называю это его для морских болезней очень удобно. Те, кто страдает, не надо бежать. Только надо есть продукты такие жиденькие, кашку там, чтобы она что-то проскочила. Нам, ну, кашу, это вкусно, а винегрет это красиво, да? Да, 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 да. Так что это? Да, липучка такая. Оп. Да. Все фиксируешь. Светильнички, все как бы четенько. И вот она как раз вентиляция. Лёха хорошенько так дует. Да, ну как бы скажем, что ну, эта лодка, скорее всего, чартерный вариант. Да, больше вот те, кто занимается, вообще идеально. Чартерный, 4 каюты. Вот тоже тут место. Для чемодана как раз небольшого, видишь, от этого. А, вот он этот, холодильник полностью новый. Да. Давайте я вам покажу его сейчас. Сейчас я слезу. Чтобы не быть голословными, рассказали, надо показать. То, что видим, показываем. Угу. Вот он. Сам элемент. Там кладоэлемент. Компрессор. Все новенькое. То есть все поставится, заправится фреоном. И будет еще работать очень-очень много лет. И приносить новому владельцу. Прекрасные холодные напитки. Прекрасный, да? Жаркий день будет приходить, приносить прекрасное холодное пиво. Вот. Так, поехали дальше. Ну, такая же самая аналогичная каюта. Да. Все то же самое. Также самое есть. С этой стороны, да. Да, есть раковина. Сильно зацикливаться на этом не будем. Ребята, вот это. Автопилот. Новый. Новый автопилот. Магнит на руль одевается этот. Да, все это есть. Осталось только поставить. Но там небольшая задача. Автопилот новый. Так, поехали дальше. Так, ну что, давайте перейдем к кормовым каютам. Ну и по списку двигатель, ну и попробуем заглянуть под паёльное пространство, посмотреть, что там. Так, ну давайте начнем с левой кормовой каюты. Внизу, да, за щёлочкой. Ну вот она так ставится. Ага, всё. Заходите. Доступ, да? Доступ к моторному отсеку. Ладно, то
мы поднимем лестницу, покажем его с этого, с вида спереди. Вот такая тут тоже раковина. На всех каютах есть. Да. Ну, что? Как бы это... Да, чартерный вариант хороший. Нормально, проснулся там, ополоснулся, пошел. Вышел уже свеженький такой весь. Да. Ну, за реально, стол. Кого мучает морская болезнь, сесик, то можно и сюда. Как это бывает, человек спускается, мотает. Уже не приходится выбирать, понимаешь? И начинается обратный отчет. 10, 9, 8, и ты уже думаешь, успею или не успею. Ну, как бы, это побыстрее, как бы, да. Вот так. Тут тоже он. Такая полка большая. Это же какие-то ерундучки. Это, наверное, к двигателю. Это опять да. Же, да. Что-то это, там мягенькое идет. Это проклеена шумоизоляция двигателя. Ну и здесь. Здесь, я сразу скажу, тоже техническое окно для обслуживания коробки. Это двигатель, это коробка. Так. Люк. Один вот люк, здесь, второй люк. Вот здесь у нас большой такой шкаф глубокий. Да, этот самый. Снимаем шкафы. Кстати, скажем нашим подписчикам, нашим зрителям, вещей нету, так что не говорите, что мы по чужим вещам ковыряемся, все пусто. Так, ну пойдемте в соседнюю каюту. А, давайте проведем тест. Я же в той каюте лег, 2 метра определил. Тут матрас он цельный. Так, ложусь. Ну, здесь еще, да. Сколько тут? Ну, еще 15 сантиметров даже под... Ну, короче, 1,90 м нормально. 1,95 м даже. Хорошо. 2 иллюминатора. Один в кокпит. Другой выходит наверх. Так. Так, ну и пойдемте еще вот в эту каюту заглянем. Так, здесь избиратель электричества, то есть плюс-плюс, минус, плюс по лодке вся система и плюс по двигателю, минус общий, ну как на всех лодках делается. Вот это 220, видишь? Ну да, тут есть. То же самое, то же самое все. Да. Здесь такая же каюта. Окошко. Да, и там тоже, а вот здесь, смотри. Там вот дальше здесь сделано. Так, это у нас контроллер на 20 ампер. Ну, что-то показывает, какой-то ампераж. Ну, сейчас солнца нету. Не знаю. Да. А там? Там что-то там черное. Тоже какие-то провода. Тут еще вот есть веревки вот такие вот. Спасики новые обычные. 2 штучки. Ну, такой же самый. Интересное решение. Это чтобы к лебедке попасть, да? Здесь нужно расстегнуть. Крепление, да, крепление там внизу. Продумали, молодцы. Видишь, как да, хорошо. Снимать такой же умывальничек, все такое же идентичное. Так, ну что, давайте откроем двигатель. А давайте. Двигатель. Забегу наперед, с таким двигателем я уже мучился. Такой же двигатель стоял на Формозе. Это Перкинс, 4 цилиндра на 50 лошадиных сил. Старый надежный двигатель. Так. Ну, доступ тут вообще идеально, вообще можно подлезть ко всем. Да, все, как я уже говорил. Деталям, узлам, механизмам. Вот получается окошки по бокам доступ, и там из каюты доступ к коробке. Mm-hmm. В общем, двигатель откапиталенный. Вот так. Что по этому двигателю сказать? Ну, как бы с ним я не сталкивался, под такими движками мы не ходили. Ну, походим еще, скажем. Как говорят эксперты, двигатель очень надежный. Вот такой, кстати, двигатель стоял на Даниэле у
яхта Даниила канал. Они ходили на нем. 50 лошадей Перкинс хороший. Много писали тоже отзывов, ребята, комментариев на канале, что хорошие движки ходят. Собрали лестницу и теперь так, заглядываем под паюлы. Под паюлы все сухо. Да. Состояние паюл я отмечу как пятерочка. Где-то может пару каких-то царапинок есть, но видно, что паюлы менялись. Не скажу когда. Все подогнано, ничего не скрипит. Да. Ну, как бы 5 с минусом. Ты как учительница. Да. Так. Пойдемте сюда. Тут еще откроем пару мест. Ну, это окошки такие. Да, ну это техническое. Так. Да, все сухо, чисто, покрашено. Так, сейчас я еще открою вот в этом месте. Я видел килевые болты. Так. Килевые болты меняны. Новые. Раз, два. Так, ну тут приямки, не знаю, тут пальчик водички, ну просто что помпа уже больше не берет. Сколько она тут стоит, непонятно, но как бы может быть смачта, может быть. Ну, в общем, не столь важно, там две капли попало. Не течет лодка. Так, еще одно место покажу. Тут тоже килевые болты. Раз. Туда. Проходи. Да, ну конечно, вот можно обратить внимание. Ну, немножко ну, есть. Такое, да. Дело житейское, можно сказать. Косметику навести. Угу. Вот тоже килевые болты. Нету следов ремонта, следов удара. Ну да, все, вот оно, монолит такой. Да, монолит, как бы, ну, к этому вопросов нет. Коллектор водяной, вся разводка все идет. Тоже в хорошем да. состоянии. Так, ребята, все... Даже на коленях прям. Прям на коленях, да. Говорю вам. Работа, работа, встану. Ой, травматично тут все. Спасибо, что смотрите нас, снимали для вас. Лодка интересная, цена интересная. Для 43 футов, как бы, да, есть нюансы, немножко надо поработать. Но как бы все это возможно, как бы все целенько, все хорошо. Итак, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, работаем для вас. И все, до встречи в следующих видео. Да. Пишите комментарии. Да, да, обязательно ответим. Брандершит новый. Да, так. Угу. Ну, здесь прозрачная, классическая. Да. Это уже толщина, видишь? Больше угу. сантиметра тут. Все, до новых видео. Пока!